Мы в Мироновском. Слышите звуки перемирия? Так это Маша? Да. Володя, скажи пару слов. Двое суток. Ну вот перемирие наше, что не видно, все воочию видно. Наша база. Четко ее. Летает. Думаю, что все слышно. Сегодня понедельник. Сегодня понедельник, 16 февраля. Пол четвертого дня. Пашет меньше, чем обычно, но пашет. Слышно сюда. Вон МТЛБ-ха наша. Пост. Треснули, и тишина. Треснули, и тишина. Есть перемирие, а нет. Гремит и насыпают. Хорошо слышно, да? Извините, пожалуйста. Можно вас на секундочку? Я могу, если надо, не показывать лицо ваше. Вы живете здесь, да? Местные. Скажите, пожалуйста, а вот вчера объявили перемирие. Вот так гремит все время или больше, ну, меньше? Да, конечно. Раньше больше было или? Ну да. Сейчас просто стало чуть-чуть поменьше. Да. А вы местный житель? Из Мироновска? Да. Сколько здесь осталось гражданских? Ох, я не знаю. Скільки вже погрузили. За один день немає нікого. Папа, уїжджали? Та не на кладбище. На кладбище? Да. А где здесь попадало больше всего? А там, кладбище, там, вот там. И вот там тоже. Ясненько. Кто хоронил? Та ну, все, люди. Так что это каждый раз скажу. Фух. Ну вам, у вас же был здесь одно время ДНР, потом да. Вернулась в Украину, Нацгвардия, армия. С кем спокойнее было? А это еще. С кем было спокойно? Вы скажите правду. Как? Не, я про это забываю, если вы знаете. Ничего. С кем спокойнее было? Не знаю.
не буду сказать. Не бойтесь, не бойтесь. Вы просто вы не гуляли, если кормить, лучше где-то быть. Да ну. Подвалы есть? Есть куда прятать? Есть, да. Сейчас, видите, не особо время такое, чтобы это... прогулочки. Так что там сидеть в полу. Сами живете? Я с сыном. А? Сынок. Сынок? Сынок у меня. Пойдемте, мы вам немножко сыну дадим с собой перекусить. Пойдемте, не бойтесь.